Этой весной 16 тысяч домовладений могут быть подтопленными. И в этом году угроза весьма реальна. На большей части края влаги в почве больше нормы. А это значит, талая вода не будет впитываться и пойдет поверху. Разлив малых рек, первая волна паводка, возможен на территории 182 населенных пунктов края. Можно оценить состояние осеннего увлажнения почвы как оптимальное и избыточное на площади всего бассейна Верхней Оби, за исключением верхнего и среднего течения реки Катунь, а также верховья рек Анун, Песчаная, Черыша. Реки начнут освобождаться ото льда, по прогнозам специалистов, уже в третьей декаде марта. И тогда же из-за разливов начнутся первые подтопления. Под угрозой сразу 39 районов, от степных до предгорных. Обеспечить готовность ГТС, гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод, обратив внимание на бесхозяйные, уделили сегодня этому особое внимание. Значит, прошу держать на контроле ситуацию и на особо опасных ГТС. Уже подготовлен план по подрыву льда на реках края. Первые работы стартуют во второй половине марта. Специалистам рекомендовано с учетом прогноза синоптиков ежедневно мониторить ситуацию и проверить готовность к эвакуации населения, чтобы в случае ЧП экстренным службам отреагировать оперативно. Анара Шагирова, «День с толком».